Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем прохождение кампании Warcraft 3, кампания Орды Вторжения на Калимдор. И на сегодня у нас глава 8, Воля Демонов. Поехали! Глава 8, Воля Демонов. Через 3 дня на границе пустошей. Если пророк не ошибся, то лагерь боевых топоров лежит как раз за этим гребнем. Пора готовиться к бою. Ты прав, Карн. Я и представить себе не мог, что однажды подниму меч против своих же братьев. Помни, Трал, чтобы спасти своего друга Задиру, ты должен заключить его душу в камень и принести его обратно в лагерь. Только так мы сможем освободить Грома от власти демонов. Я ценю вашу помощь, мисс Праудмур. Но никогда не думал, что наступит такое время. Как и я. Что ж, я возвращаюсь в лагерь. Постараюсь помочь вам. Удачи, господа. Ох, ну понеслась. Вокруг тебя неистовствуют духи, юный вождь. Они чувствуют твою боль, твою скорбь. Керн, Задир дорог мне как брат. Им и его кланом завладели демоны, и будь я проклят, если не спасу его. Ну теперь точно понеслась. Так, значит, ага, Гром по всей видимости там. Выделяем. Так, что у нас? А, квест 1, ясно, ясно, ясно. Где золотишко? Вот оно. Ага, тут все работает, и это хорошо. С чего начать? Дворец вождей. Поехали, дворец вождей. Займемся этим. Давай, призыв волков. Побежали. На разведку. Не, этот сюда. Надо узнать, что здесь. И где здесь. Так, улучшаем. Кидаю на улучшение тоже. А, что у нас здесь? Ага, понятно. Здесь гарпи. Оу. Так, вот сюда нам нужно. Мы сможем здесь нанять резаков и навсегда избавиться от зависимости с деревом. Так, сейчас ждем. Кто? Нужна моя помощь. Так, именно. Сюда. Кинем глаз. Да, нужно раскидать глаза, немедленно, чтобы быть в курсе всего. Кидаю глаз здесь. И один кину где-то Правильное решение. На перекрестке. Думаю, будет отлично. Немедленно. Так, и один где-нибудь здесь вернуться назад. Здесь в процессе. Здесь делается. Так, дворец вождей, хорошо. Это будет. Я слышал зов. И там я поставил. Один нужно будет запулить где-то вот здесь. Немедленно. Тестинго. Правильное решение. Так, кидаю глаз. Возврат на базу. Хорошо. Улучшаем посвящение. Даю ярость берсерка. И не знаю. Ну да, возьму все равно силу духа. Так, 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 так. Одного. Стоять. Надо, сюда. Так, мне нужен зверинец. Зверинца я не наблюдаю. Хорошо, строим. Лохтаругар. Духи не знают усталости. Так, ну что там? Лохтаругар. Хлопну грабеж. Лишним тоже он не будет. Так.
И начну сейчас потихоньку штамповать виверн. Духи не знают усталости. Исследование завершено. Так, а что мы улучшили? Ага. Займемся этим. Враги напали так на город наших союзников. Хорошо, а мы идем тогда дальше. Исследование завершено. Мы крутим педали сюда. Исследование завершено. Духи не знают усталости. Сейчас наймем резака. И это будет очень круто. Займемся этим. Духи не знают усталости. Поехали. Час пробил. Разряд. Ты людская собачонка. Теперь мы служим только легиону. Так, отлично. Оу. Ё-моё, плохо. Сюда, сюда, сюда. Беру резака и возвращаюсь. Рал, небеса охвачены пламенем. Это не просто буря, великие предки. Держитесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Но это вообще нехорошо. Должны добраться до Задиры, пока еще не поздно. Да ну да, и куда эти големы побегут? Займемся. Так, вернуться. Не знают, не, ладно. Здесь. Сюда ты вернуться на базу. Я босс. Наш город напали. Кто посмел? Ай, голем. Духи возврат. Усталости. Резак, оно. Духи не знают усталости. Красава. Резак порешал. Сюда. Опа. Духи не знают усталости. Напали на город наших старугардов. Займемся этим. Так, ну и они, само собой, еще антимагические. Духи не знают усталости. Так, резак начал работу свою. И это очень хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Этим есть. Паренек на золото. Стоять. Этим сюда. То же самое, одну вышку. Не, давай по две. Раз, два. Раз, два. Так, чудесно. Этим сюда. Нужна древесина. Сейчас будет дерево. Хлоп, плюс 200 единиц. Да-да. Раз, хорошо. Два и три. Да-да. Займемся этим. Так. Я вот город напали. Кто? Ай, засранец. Духи не знают усталости. Я вот. Духи не знают усталости. Займемся этим. Чего желаете? Я вот. Жаль, потерял одного. Не знают усталости. Но ничего. Так, ну и потихоньку начинаю штамповать виверн. Займемся этим. Они будут заменять у меня охотников за головами постепенно. И все получится. Дело сделано. Так, ну резак отлично все там добывает. Дело сделано. Займемся этим. Хорошо, Ctrl-1 взяли. Так, где падает? Я вождь. Враг в небе. Враг.
враги напали на город наших союзников. Но это не страшно. Духи не знают усталости. Так, начинаю улучшение. И мне бы еще одну виверну. А, мне не нужно. Пока не нужно. Хорошо. Так. Ждем дальше. Дело сделано. Так, скорей. Даю щиты. Дело сделано. И закидываю сейчас еще одну виверну в строительство. Главное только, чтобы золотишко-то побыстрее натягали. Ибо с деревом проблем в принципе уже нет. И скорее всего уже и не будет. Я вождь. Дело сделано. Чудно. Так, лесопилка, даю шипы. Да, ах, ё-моё, нельзя виверну. Плохо. Но сейчас и положим тебя здесь. Вперед. Есть, выжил. Это хорошо. Давай сюда. Работник. На чинку. Сейчас все чинит. И будет круто. А этот? Давай. Оп. Соответственно, вниз чинить. Так. Что у нас здесь? Бежим дальше. Давайте по криту ему. Есть. Хорошо. Дело сделано. Чего хочешь? Хочу еще вышек. Одну здесь. Одну здесь. Займемся этим. Духи не знают усталости. Напали на город наших союзников. Так, что там с копьями? Копья практически готовы. Лохтаругар. Эх, золото медленно, конечно, идет. Займемся этим. О, если я поставлю паренька здесь. Да. Отлично. Перемещение на плюс 30%. Это ж чит. Дело сделано. Так, паренек, что-то ты не то чинишь. Давай здесь внизу. И начинаем еще штамповать виверну. Исследование завершено. Давай. 310. Оп. Отлично, заказ пошел. Займемся этим. Напали на город наших союзников. И я вождь. Займемся этим. Говори, вождь. И я вождь. Нужно вкачивать. Чего хочешь? Хотим еще вышек. Давай где-то. Ох ты, ё-моё. Дело сделано. К полёту готов. Я вождь. Духи не знают усталости. Хорошо. Еще одного. А шамана завалить. Отлично. Займемся этим. Я вождь. Чудно. Дело сделано. Нужно починочкам, да. Сколько она стоит? 180 единиц. Да-да. Чё так? Цена.
Так, ну и следующий увеличим урон. Так, давай на золото тоже. Так, 2-1 здесь. Второго. Давай здесь и... Да что ж ты будешь делать, а? Ну ничего, сейчас хватит. Давай, 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 оп. И одну здесь. Так, дальше иду на вкачку непосредственно. Оу. Они решили защемиться так на них. Займемся этим. Давай, хлоп. Копья второго уровня. Что прикажете? Враг вот. Так. Че надо, хозяин? Что-то их аж два простаивается. Не камильфо. Дело сделано. Так, там пошла. Одну здесь. Че надо, хозяин? Нужно золото. Начинаю одну здесь. Духи не знают усталости. Да, щиты, конечно, стоят просто тьма. Но ничего, сейчас докопим и до щитов и закажем их. Ну, еще чуть-чуть. Хорошо. Дело сделано. Красавец. Дело сделано. Ух, тут. Следование завершено. Я вождь. Паренек, конечно, косит деревья. Вообще так не на шутку. Духи не знают усталости. А лежать. Я вождь. Нас атакуют. Лохтаругар. Чего хочешь? Даю строительство. Раз, два. И здесь три. Займемся этим. Добу. Угу. Так. Да-да. Пошел. Да. Паренек. Куда? Куда мы его кинем? Я вождь. Чего никуда хочешь? Пускай здесь стоит. Что-то делает. Займемся этим. Улучшение идет. Заказываю. Так. Я вождь. Лохтаругар. Духи не можно... знают усталости. Можно еще их штамповать. Чего прикажешь? Чего? 26-42. Неплохо так. Займемся этим. Развалить. Лохтаругар на город наших союзников. Исследование. Духи не знают усталости. Хорошо. Давай дело сразу и этого тоже. Я вот. Дело сделано. Лохтаругар. И. Час пробил. Туда же. Займемся этим. Заказ. Духи не знают усталости. Лохтаругар. Займемся чудно. Этим. Угу. Нужно золото. Так, пока с золотишком, я думаю, сэкономим. Так. Давай еще одну. Не знают усталости.
полету уголов. Я вождь. Никто. А если мы завалим паренька? Духи не знают усталости. Так, источник жизни, прикольно. Исследование завершено. Что у нас здесь? На наш город напали. Я вождь. Ох, не, неплохо так. Так. Займемся этим. Локтаругар. Еще. Я вождь. Че надо, хозяин? Так, не-не-не, этот паренек возьмет низ. А ты здесь. Нужно золото. Сделай. Займемся этим. Локтаругар. Так, ну что ж так долго-то, а? Да. Угу. Духи не знают усталости. И еще сейчас одного следом хлоп. Локтаругар. Я вождь. Жду приказаний. Локтаругар. Духи не знают усталости. Так. Что тут можно нам-то взять? 15 шанс уклониться от атаки противника. Я неплохо. Духи не знают усталости. Враги напали на город наших союзников. Займемся этим. Так, ну и наконец-то последнего виверна. И вперед можно топить. Я думаю, должны всех погнуть. Взять. Враги напали на город наших союзников. Вот, и пока сейчас буду путешествовать, как раз появится. Смелее, ага, стоять. Я вождь. Да. Уже, в принципе, могу отправляться. Так, здесь строительство двух вышек. Раз, два. Займемся этим. Я вождь. Локтаругар. Чудно. Иду дальше. Я вождь. За честь. Дабу. Займемся этим. Локтаругар. Так, в кого же мне? Давай в кентавра-чародея. Я вождь. Час пробил. Духи не знают усталости. Займемся этим. Кто посмел? Духи не знают усталости. Так, хорошо. Беру раз. Беру два. Беру три, четыре. Займемся этим. Опять напали. Духи не нехорошо. Стоять. Что там за подарок? Свиток защиты, почему бы и нет? Давай, давай, давай. Взял, красавец. Займемся этим. Так. Да. С удовольствием. Локтаругар. Вперед. Займемся этим. Локтаругар. Займемся этим. Локтаругар. Давай, давай, давай. Я вождь. Кидаю хилку. Займемся этим. Разряд. Бой. Локтаругар. Займемся этим. Духи не знают усталости. Чудесно. Локтаругар. Займемся этим. Опа, койот, стоять. Локтаругар. Куда собрался? А, духи понятно. Знают усталости. Займемся этим. Локтаругар.
Дело сделано. Так, а ну. Дело сделано. Паренек, давай. Займемся этим. Чудесно. Никто не уйдет. Я вождь. Вперед. Не, ну Скэр нам, конечно, и с его аурой это вообще космос. Койот. Слили койота. Так, что у нас здесь? Ага, ясно. Я вождь. Займемся этим. Я вождь. Так, дает хилочку. Здесь строительство идет. Здесь закончено. Даю раз, даю два. Даю три и четыре. Так, куда этот идет, скот, а? Я вождь. Займемся этим. Так, а это что тут за отряд? Духи не знают усталости. Займемся этим. Локнарош. Я вождь. Так. Займемся этим. Идем в нападение. О, стоять. Никто не уйдет. Духи не знают усталости. Что прикажете? Ага. Вам нужна моя помощь. Так, ну давайте глаз здесь. Чего желаете? Глаз здесь. И валите на базу ко мне. Будете тут тусить. Чего желаете? Дело сделано. Дело сделано. Так, процесс кипит. Ой, даже очень. Чё надо, хозяин? Сюда. На ремонт. Займёмся этим. А мы дальше. Духи не знают усталости. Займёмся этим. Так, сейчас подождем. Духи не знают усталости. Давай, вождь. Вперед. Я вождь. Духи не знают усталости. Локтаругар. Духи не знают. Так, отдаю отхилку. Ибо хилиться придется. Даю волку. Сюда. Так, как у нас здесь? А у нас все четко. Этим. В бой! Так, и возьму еще одну виверну. Надо бы. Хорошо. Займемся этим. Локтаругар. Отступить. Локтаругар. Духи не знают усталости. Локтаругар. Вперед. Духи не знают усталости. Локтаругар. Займемся. Так, давай снесем эту вышку нафиг. Отойдем аккуратно. Ох, как метко. Бесспорно. Так, давай нам. Нужна, иди сюда. Так, отралом. Вызываю волков. Волчки сюда. И сам вот так вот. Оп. Все, сейчас разберем все это дело.
Таругар. Хорошо. Уничтожаем рабов. И, в принципе... Так, а где мой... Ага, вот он. Чем могу служить? Дело сделано. Угу. Давай еще одну. Да-да. Че надо? Здесь то же самое. С удовольствием. Сделай. Таругар. Я босс. Так, давай хил. Забацаем. Так, сейчас постоим, покурим. И можно идти. Так, а как мне лучше пойти? Здесь я явно не пройду. Духи не знают усталости. Чего хочешь? Хочу еще вышек. Здесь и здесь. Ладно, крутим педали. Духи не знают усталости. Да. Опа. Займемся этим. Духи не знают усталости. Займемся этим. Лотаругар. Давайте в бой. Займемся этим. Лок-нарош. Развалили. Аккуратненько. Лок-таругар. Давай, давай, идите сюда. Что-то как-то просадили они. Надо бы еще. Вот-вот уничтожит. Прошу помощи. Да кто там вас уничтожит, а? Смелее, мой юный друг. Дело сделано. С радостью. Лови зал. Вот, а теперь еще и оп. Духи не знают усталости. Я вождь. Час пробил. Займемся этим. Нехорошо. Да. Лок-таругар. Займемся этим. Так. Ай-яй-яй. Гром, ты должен пойти со мной. И куда же ты собрался вести меня, мальчишка? Вот-вот свершится наша судьба. Теперь наш повелитель лорд Монорох. Кто? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Трал, ты всегда считал, что демоны испортили наш народ, но это лишь часть правды. Мы по доброй воле отдали себя Дренору. Я и другие вожди, мы пили кровь Монороха, Трал. Мы сами навлекли на себя это проклятие. Ты такое с нашим народом по доброй воле? Итак, Лок-таругар. Даю волков. Я вождь. Ну что, понеслась. Никто не уйдет. Разряд. Духи не знают усталости. А, я вспомнил, на. А я его бить хотел. Усталости. Я вождь. Враги. Дело сделано. Город наших союзников. Займемся этим. Так, а как они пошли? Лок-таругар. Стоять. Да. Дело сделано. Так, не, чуваки, бегите. Бегите так. Этим. Нифига они носят так синхронно. Духи не знают усталости. Че надо, хозяин? Лок-таругар. Займемся этим. Давайте сюда все. Я вождь. Дабу. Займемся этим. Лок-таругар.
Духи не знают усталости. Я вот. Чудно. Крутим педали дальше. Нужно золото. Да, дорогие. Нужно золото. Нужно золото. Кому мы там нужны? О, ну давай, давай. Качаем. Призыв. Духи не знают усталости. Все, волки без проблем затащили. Бежим! К полету готов. Наш город напали. Быстро. Итак, миссия выполнена. Чудесно. За честь. Прости. Прости. К черту слезы. Сейчас ты должен помочь мне спасти наш народ. Монорох. Мы должны встретиться с Монорохом в каньоне. Тогда пойдем. Мне не терпится встретиться с этим ублюдком. Предсказуемый орки, я знал, что ты придешь, раб, нацепивший одежду вождя. Я вижу, ты привел с собой могучего Грома. Его кровь принадлежит мне, так же, как и весь ваш жалкий народ. Мальчишка верит, что тебя еще можно спасти, но он не знает, что за огонь сжигает твою душу. Вы не можете отречься от самих себя, прячетесь за маской законов, но сердцем вы понимаете, что мы одинаковы. Рассеивается, как странно, холодеет тело.
огонь демонов угас в моих жилах. Я освободился. Нет.